Ка, я тебе с радостью продам что угодно, но у Яры есть проблема, которую нельзя игнорировать. На рынке появилась очень стрёмная хрень. Лейтенанты Кастильо разработали смертоносное оружие, и я знаю, где они. Давай проникнем к ним, украдем эту срань и слиняем. Готовь припасы, выбирай место, а я доставлю тебя в своем такси. Не вопрос, не вопрос. Быстрая игра. Угу. Ну, тут черный рынок такой. Ну, разве что только это. Понятно. Ясно. Понял. Ну, это потом. Конья, а вот и повстанец. Да, ничем я могу помочь. Бенито, не хочешь снова заняться пиратством? Нам нужны ресурсы, инфа, союзники. И только ты можешь их достать. Я буду отправлять к тебе всех, кого спасу. Они с радостью пойдут против Антона. Скоро у тебя будет армия пиратов. Бенитос Бандидос. Скажу честно, звучит отлично. Присылай людей, а я пока разузнаю, где можно чем-нибудь поживиться. Вива Либертат. Вива Либертат. Йо, подруга, сюда, сюда. Давай, повстанец. Покажи, что можешь. Я с тобой, Гордито. Нет. Гордито, 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 Гордито. Так, карта. Надо туда заглянуть. Ну да, вот как раз мы там и это самое пока. О, у нас новый ствол. Тачку можно было бы, конечно, вызвать. Блин, да далековато туда идти. Ну, мы заодно тут полутаемся. Мы ничего не лутанем, да? Угу. Но бегать мы не будем. Будку мы потом прочтем. Кстати, не будку мы прочтем, а мы... Поменяем вот сюда. Во. Нет, нам надо вот туда. Тропой повстанцев идем. Сейчас опять какая-нибудь хрень там вылезет. Слушай, это какая-то база. Это какая-то база.
ты гад. Отлично, мы захватили этот. Слышишь? Черт!
Да я... Фу. Ни хрена себе, лоб твою мать! Мудаки, а! Мудаки, подожгли нас. Мы шли в одно место, попали в другое. Хоба-оба, смылся. И давай сюда дуй, брат. Стреляйте! Опа. Кокодрило! Бинго! Слушай, мы расстреляли все патроны. Их медь из-за этих болванов. Вот это мы сходили. Шли в одно место, попали тут. Но он как-то бьет не так. Кто тут лучше бьет? Почему-то тот вот получше бил. Да их арсенал. У этого дальнобойность. Ну ладно, пока. Но вертолет снесли. Сюда. Слушай, мы захватили вот тут тачку. Сюда, да? Да вот же, блин.
Ладно, хрен с ней. Придется нам сюда опять вернуться. Боеприпасов нет. Не дошел я до этого, блин. Но ресурсов зато железо и металла набрал. Ты тут новенькая? Металл и топливо у нас мало. Ладно, здесь мы пока качаем вот этот. Ясно. Ладно. Пойдем, нам надо боеприпасов набрать. Где была? Ему нужно к врачу. Неделю назад он выглядел куда лучше. Слишком долго пробыл в полях. Говорят, много заключенных заболело. Да и солдат тоже. Чуть нас не сожгли, да? Но этот рюкзачок классный. Блин, перепрыгивает везде. Уж у него тоже теперь стала дальнобойность. Что-то как-то он... Перчатки тушить-то нам нужно обязательно, иначе тут... Пойдем партизанскими тропами, главное. Все, в драке не будем, ввязываться на их в баню. Тропами пойдем. Ну, металл тоже нужен, блин, а как без ресурсов? Там мы столько металлолома понабрали. На этих машинах. Все быстрее. Но нам не к этой, нам-то надо вон туда. Нам надо тайничок бомбануть. Ресурсы нужны. В принципе, он этот второй купил автомат, он такой же, как и первый. Даже, мне кажется, тот лучше бьет. И в том Far Cry я со старым воевал, у меня почему-то лучше получалось. Ты! Си, ты! Ты, я, да, что я. Что расскажешь? Ями Суарес хочет с тобой встретиться. Если нужна новая тачка, она поможет. Спасибо. Кевула! Карлос тебя не любит. Будь начеку. Mm-hmm.
Карлос не любит, да? Кого он любит? Новичок? Грасис, повстанец. Вот здесь ты найдешь припасы. Где припасы? Я что-то не пойму. Ты найдешь припасы. Thank you.
конью, авиация! Лучше выбрать другое место. Внимание, неопознанный пилот. Вы в бесполетной зоне. Сейчас же садитесь. Черт! Yeah.
Смываемся. Да. Вот это мы повоевали там. За вами охотятся. То есть нам надо во мы там шороху-то понавели. Да, гуапа? Вот это мы шороху, да? Угу.
Интересно, пещера глубокая? Да, придется нам немножечко попрятаться. Прячемся. Ну, у этого как бы поменьше урон и точность. Ну, не знаю. Хотя, в общем, ну... Сейчас мы тут от погони прячемся, от погони. Вот это мы сходили за... То есть мы уже там в списках. Но здесь получше сделали, чем в пятом. Здесь вот можно смыться. Спрятаться. А там все. Там они высаживаются. Там мог биться до упора. И... Тебя не это самое. Невозможно. Сейчас мы вон она уходит. Желтая опасность. Все. Уверена, что хочешь быть здесь? Ну да, а что нам остается? На коротком поводке. Кастильо не президент, а диктатор. Согласна. В пещере раз синяя дыра, это естественно гильдак образования. Обитающие внутри медузы, чей укус смертельный для большинства животных. Это печально известной легенды. Ла принцесса. Предание гласит, что Ла принцесса – дух испанской знатной женщины, которая пыталась спрятаться от пиратов, не желая сдаваться им. Она заплыла в пещеру, забрав с собой все свои драгоценности, и утонула во время прилива. А ее тело навеки осталось внутри. Говорят, призрак этой женщины до сих пор защищает драгоценности и убивает всякого, кто посмеет проникнуть в пещеру.
Если в этой истории хоть крупица истины, никто не знает, нас разве стоит портить хорошую страшилку какими-то там фактами? Черт с ним. Нужно заглянуть в ту пещеру. Где она? Так, вот бы нам было вот, а тут этого нету, да? Вон оно, зенитное орудие. Надо долбануть его, блин. А мы, видно, были где-то там рядом. Я просто не видел этого дела. Ладно, чесанем ее, но. А, мы были вот на этом объекте. Ясно. Славная погодка, си? Си. Вот одно мне только. Внушительная тварь. Принеси мне пивка. Сейчас мы пока поначалу вот так. Потом занырнем в меня. Так, они нас ищут. Я слышал из собак, крикнули людей моего отца. Он поклялся, что обойдется со мной. Так же, как с Мартиной, если я не брошу ее. Так же, как с рабом, для нас с Мартиной, есть лишь один выход – бежать с Яры. Эта пещера – наш единственный шанс укрыться от собак. Мы готовились. К этому мы будем прятаться, пока преследователи не сдадутся. Тут нас никто не станет искать. Легенда о Ла-принцессе и ее сокровище будет нам защитой. Поблить-то. 3 марта 1806 года. Ну, дай-ка нам снаряжение. Арсенал. Мы пока поменяем вот на этот. Конья. Пещера большая. Да не говори. Ты
Говорят, что любовь — самое сильное чувство, но это не так. Самое сильное чувство — злоба. Отец ждет снаружи, а я уже не знаю, день, час или ночь, но отец не уходит, а мы боимся выбираться наружу. Его пугает старая сказка о привидении. Вот и жалкого труса. Может, мы тоже трусы? У нас заканчивается еда, свечи мы с собой принесли в избытке. Но нельзя же так есть воск. Я пишу это, слышу наших последователей за стенами. И не только их Мартина об этом не знает, но я услышал какой-то звук, когда обследователь дальней уголки пещеры. Кажется, мы здесь не одни, поблить-то. Ха. Опять медузы. Слушайте, ублюдки, не жальте меня и останетесь целы. Слушай, но мы же это самое. Нихрена себе. Куда мы попали-то? Поймал сегодня краба, разбил его панцирь камнем и достал мясо. Ничего вкуснее в жизни не пробовал, даже не подумал принести немного мартини, пока не доел последний кусочек. Позже мое нутро начало болеть, будто его царапали жарным глазом. Меня стошнило, но боль не прекращается. Скучившись в вагоне, я вдруг услышал чей-то смех. Это была не Мартина. Она спит, чтобы сберечь силы. Я не верю в призраков. Была принцесса, просто глупая сказка. Я не верю в призраков. Конью. Поганая история, как ни посмотри.
Паблито хороший человек, он верит в Господа, всегда держит слово. Ну вот только мы верно попадем из-за того, что он исполнил обещанное мне, у нас есть ни день, ни воды, одной любовью, мы с этой не будем. О, черт. Отец Паблито все еще снаружи, иногда я готова поклясться, что слышу его голос и чувствую прикосновение. Он говорит, что собаки разорвут мне на части, если закричу. Паблито всхлипывает, когда спит. Что же его отец сделал с ним, с нами обоими? Не знаю, кого из нас он ненавидит сильнее. И вот за этим мы лезли сюда. Так, и куда же нам нырять? Вот это мы залезли. Ну, давай, да. Мартина, все горячие будут создать ей остатки еды и ту слепую рыбу, что удалось поймать. Но Мартина начинает бредить, да и я тоже. Мне кое-что привидится, или кто-то. Ла принцесса, пять волос. Поднявшись воды и подсвеченный на медузу, меня закричал, бросился неновым ножом, на камнях осталась кровь. Ла принцесса вовсе не привидение, она настоящая, может быть. Она в этом положении, как и мы. Мне нужно ее найти. А как нам кошку кинуть? Ла принцесса беглая рабыня и боится меня. Она поджидала меня, когда я вышел из воды. Я все понимаю, Ла принцесса верно решила, что я охотник на белых. Надеюсь, Мартина простит меня за то, что я оставляю ее умирать одну в темноте. Боль прошла. Я слышу, как кто-то плачет где-то наверху. Можно было бы вскарабкаться туда и добраться до нее, но мир вокруг начинает быстро вращаться, когда я двигаюсь, у меня осталось только ее плач и лает сотни собак. Любовь ничто, злоба все поблизу. Ха! Интересно, не там ли Ла принцесса? Так, нам... Это верно, Ла принцесса. Кебола, ваше высочество.
Доступно новое оружие и снаряжение. Придется прыгать. Что нам еще делать? А какой у нас тут выбор? Нет, не сюда нам. А, сюда. Сюда. Красиво. Или пещера синяя дыра. Ну да, тут.